плотные пробки ни вправо, ни влево. Такую картину можно было увидеть утром пятницы во многих районах Одинцова. На Подмосковье обрушился циклон Ваня. Выпало 10-15 сантиметров снега. Треть месячной нормы. Где же техника, пишут в чатах водители. Автогрейдер тоже вполне себе может застрять в такой же пробке, как и все. Если основные магистрали утром уже были очищены, то до примыкающих дорог техника добралась не везде. Пробки возникали из-за самых небольших аварий. Или больших. Шины лысы, скажем так, сильный износ. Вот, в результате этого не справился с управлением человек. Выскочил с проезжей части, налетел на глыбу льда. Бампера нет, радиатора нет. В общем, рычаги все повырывало. Ну, в общем, человек попал в копеечку. Снегопады – горячая пора для автомастерских. Сегодня, например, в этот сервис водителей обратилось на 15% больше, чем накануне, при том, что ремонт существенно подорожал. Да, наверное, процентов на 50. За вас чем связан? Ну, курс доллара, запчасти. В основном иномарки приезжают. А все запчасти, ну, к доллару подвязаны. Сэкономить деньги помогут правильные навыки вождения, считает автоинструктор с 30-летним стажем Владимир Наумович. Ему даже как-то неловко напоминать способы избежать ДТП в снежную погоду. Способы эти самые базовые, но работающие. Все надо делать плавно. Можно резко тронуться с места, когда колеса двигаются с пробуксовкой, вращаются с пробуксовкой. Машину разгоняем, начинаем тормозить. И тормозной путь, как вы видите, увеличился несколько. Между прочим, сегодня многие водители Одинцова вняли советом воспользоваться общественным транспортом. По крайней мере, машин во дворах гораздо больше обычного. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.